приветствую на моем канале. Меня зовут Сергей. Значит, никогда такого не было у меня. 26 сентября катаю вон сено. Неплохое, вон сейчас загорелась у нас обмотка. Раньше раскашивали мы в прошлом году поля, так что в принципе все то же самое. Ну, сено понятно, что не по качеству не ахти, чуть ниже среднего, но большой вопрос, что будет зимой. И не хочется поля, только раскатили его, оставлять не кошенным, так что решил хоть чуть-чуть участок скосить, и вот высохло, сено, блин, до хрена, волки большие. Так что вот так вот 26 сентября езжу рулоню. А, еще у нас осталась отава, но отаву попробую тоже на сено закопать завтра. Хотя завтра похолодание и дождь передают. Сейчас поеду посмотрю, что там у меня с отавой. Ладно, смотри. Остался буквально один ряд. Включил я обмотку. Сейчас покажу, как выглядят рулоны. Катаю я на, что скажу, на шестой пониженной. Ну вот такое сено, блин, палок много, старья, как старье. Да и хрен с ним. Участок уберу, главное. Вот он такой получается. Сетка экобуловская. Вот посчитать вот так вот. То есть два. Вот. Два с половиной. Это вот конец он здесь. Сетки, вот он. Так он. Здесь вот три, а вот здесь вот два, вот два оборота, два с половиной, то есть получается. Вот так вот пресс выглядит. Пресс у меня какой-то хитрый, вот потому что на 46-х вот такого нет вальца с этими уголками, он грабина. Вот здесь планки у меня тоже наваренные. Не знаю, с завода или нет. То есть раз, два, три. Три или четыре вальца. Вот тоже спан. У меня маленько других по сравнению с этими. Сейчас покажу, сколько за 20-й сезон мы накатали. Ну вот это вот общее количество. Грабину там, не знаю, втулки перебирать. Вот это вот тоже показатель чернота, что подшипничек уже подходит. Но это ничего страшного. Да, надо мне глицерина залить, потому что что-то я упустил. У меня пустой, да, этот датчик манометра без глицерина. Так это все выглядит. Вот такие вот волки. Перебрал я, поставил все пальцы
заказывал, вот, не знаю, будет видно, не будет. Зеленые вот в середине, это не оригиналы. Не оригиналы, мне их пришлось, вот по краям стоят коричневые уже. Всех перебирать. Половина вот из один сезон я выкинул их из 20, выкинул, наверное, ну, 10, ну, половина, в общем, 20 или 30 ставил, не помню. И заказал оригиналы, пальцы, то есть обошлись они мне где-то в районе 400. В общем, пачка стоила 9 тысяч, по-моему, около 9,5 тысяч. Они все в пачках, по 25 штук. Ну, поменял, доволен, то есть гребет, давится, давится, но проглатывает это сено, то есть по многу все грабина, блин, да, в общем, идет отлично, мне нравится. Если на сеноже он, блин, много раз забивал его, то сейчас с этими пальцами, а забивало почему, палец не каленый, слабенький, он получается, что под тяжелой массой сеножа он прогибается и неплохо проталкивает массу. А вот эти пальцы, они каленые, не прогибаются и достаточно хорошо двигают. Сено пропихивают и мотают вообще без проблем. То есть мы в Большом Волке ходили на третий даже, третья ниже, потихонечку. А сейчас я иду на пятое, на шестой, шестая выше, ниже, и он как бы все проглатывает. Чуть-чуть встает, как только начинает формироваться первый рулон, пока не крутится. Маленько пропихнул, и пошло, без проблем все работает. У кого какие вопросы, пишите, комментируйте. Все, что знаю, подскажу. Мотаю я вон сеткой. Сетка сказала Капуловская. 12500, сейчас 13000. Так что всем удачи, всем здоровья. Ну и начинаем готовиться к следующему сенокосу. Всем пока.